столица Канады. Блин, вот так и думал, растеряюсь. Столица Канады. Ванкувер. Так, ладно, это что за дядя? Мысли Магомаев, что ли? Нет. Не знаю тоже. Артист очень клевый. Русский? Советский. Назовись имя и фамилию режиссера фильма «Криминальное чтиво». Позор фильма. Позор-то какой. Да, серьезно? «Омерзительная восьмерка». Тоже смешно. Так, всем здорово, меня зовут Жека, это канал Негодяй ТВ, это сумасшедшее шоу, которое называется «Вопросы за бабосы». Я приехал в Краснодар, меня пригласил человек по имени Валера. 3 дня шляюсь по Краснодару и снимаю всякие различные видосы. Помимо этого видоса, еще будет видос на моем втором канале «Е. Ширяев», где будут другие разные рубрики, где будет влог, как вся эта поездка, где там, что, куда, как там все это получилось. Все будет на другом канале, а здесь «Вопросы за бабосы». Жарище просто. Вчера был дубак. Приехал, выхожу из самолета, было очень холодно. А сегодня жара. Привет, тебя как зовут? Привет, меня зовут Муся. Муся? Муся. Это ты сама придумала? Нет. Кто придумал? Вообще меня зовут Муслима. Муслима? Да, это краткое. Если что, я Жека. Юля. Андрей. Игоревич. Да. Можно просто Андрей. Щечки-то не очень, да, там растет? Увы, родинка, да? Это генетика такая. Да если бы мы бы понимали, что сейчас здесь происходит. Здорово. Спецом приехал. Серьезно? Да. Откуда? Ростов-на-Дону. Как вам Краснодар? Я пока ничего не понял. Мою душу комкаетесь здесь, да? Ради тебя приехал. Ну, ты... Спасибо тебе, братское сердце. Как называется уличный баскетбол? Стритбол? Не знаю. Ничего смешного, это все верно. Да? Это стритбол, да. Какой актер сыграл персонажа, которому принадлежит фраза «I'll be back»? Сначала пускай Димоня попробует. «I'll be back». Вы это по-любому знаете, да? Знаю. Пока не подсказывайте. Он не смотрел. Не смотрел, да? А сколько годиков? 14. Ну, фильм на такой боевик, конечно, рано. Да, ну как, не рано, но ну, не смотрел он его. Ну, пускай тогда отец отвечает. Арнольд Шварценеггер. Шварценеггер. I'll be back. Это что за дядя? Ким Чен Ын. Блин, как все просто, оказывается. Ты, оказывается, очень умная. Ты что, хорошо училась в... Нет, я училась в школе, в школе распознавания лиц? Да, возможно. Первый вопрос. Столица Испании? Мадрид. Мадрид. Подлишись. Мадрид. Я тут Мадрид. Мадрид. Как называется фирменный танец карнавала в Рио-де-Жанейро? Симпроси, энсима, энсима, сима, сима, симпроси, инбачу, инбачу, бачу. В этой песне есть это слово. Извиняюсь. Димон, да? Да. Димон. Вот есть, может, Димон подскажет. Ой, так, карнавал. Бачата нет, это не то. А ты умеешь бачату танцевать? Ну, не на карте. Я могу. Это, давай спляшем. Это будет чересчур. Чисто не по-краснодарски будет, да, скажешь? Не поймут. Ладно. Ламбада, ё-моё. Сам-то ламбада. Симпроси, энсима, амба, дизайнер. Ну, я уже все сказал. Ламбада, нет? Нет. Короче, смотрел «Король лев»? Да. У короля льва, у Муфасы был Симба. Да. Ну? Выбирай, изменяй одну буковку, и получится... Самбо. Дежайно. Самбо. Дежайно. Столица Канады. Блин, вот так и думал, растеряюсь. Столица Канады. Ванкувер. Нет. Там, конечно, был движ, связанный с чем? С 4 кольцами. Олимпиада. Ну, это все. К
Канада. Так же, как и Сиднея, понимаешь. Все глобальное. Глобальное. Очень простой, это негоже завалиться на нем. От винта. Это типа подсказка? Ну, типа, да. От винта, от винта. От винта. Так. Ну, от, уже как бы это первые две буквы. От. Оттава. Оттава. Как неинтересно. Некоторые думают, что Торонто. Очень все неинтересно. Нет, я могу сделать вид там, типа, ой, не надо делать Торонто. Такие виды. Зачем? Очень сложный вопрос. Сколько музыкантов в квинтете? Надо еще немножко подумать. На один пальчик подумай еще. Опять. Пять. Так что это за дядя? Брежнев. Серьезно? Ты все так хорошо знаешь? Да, вроде Брежнев. Назовись имя и фамилию режиссера фильма «Криминальное чтиво». Позор-то какой. Да. Да, серьезно? Омерзительная восьмерка. Тоже не смотрю. Кошмар. Тарантино. Какой позор. Диме сколько лет? 28. Малыш кличка у тебя. Квентин Тарантино. Круг людей, занимающихся творчеством и ведущих беспечную и беспорядочную жизнь. Это творческая интеллигенция, как правило, не имеющая стабильного дохода. Фрилансеры. Именно творческие ребята. Так их обзывали раньше. Угу. Можно и сейчас так обозвать, если ты знаешь это слово. Шабашники, творческие шабашники. Есть вариант. Я не подсматриваю. Это так. Пафос, богема, бомонд, модерн. Богема? А почему не пафос? Пафос это... А почему не бомонд? Проявление... Как бы, Бомонд. Бомонд это что-то похожее, но больше мне богема подходит. Бомонд это интеллигенция. Да. Типа, бомонд подтянулся. А богема? Да, типа. А богема, да, богема это то, что нам и нужно, богема. Да. В каком фильме Шэрон Стоун сыграла подсадную жену Арнольда Шварценеггера? Какой позор, а. Правдивая ложь, по-моему, нет? Вспомнить все. Нет, с Арнольдом Шварценеггером она была. Он все забыл, этот качок. Вспомнить все. Очень сложно. Столица Латвии. А это все вопросы, как бы, да, один за одним идут. География, чисто география. Латвия. Рига. А какой-то актер. Я не знаю. Это я не знаю. Он здесь молоденький. Сейчас постарше. Я не знаю. Я фильмы не смотрю. Смотрела фильм «Храброе сердце»? Нет. Не смотрела? А «Безумный Макс»? Смотрела. Ну, старый фильм. Нет. А знаешь, был такой фильм, где он угадывал мысли женщин. Что хотят женщины? Да. Знаешь? Я не ты знаю, не знаешь имя? Да ну вот смотри, такой красивый, такой он симпатичный, глазки голубенькие. Нет, Том Круз. Понакидывай имен, может быть. Блин, я его видела много где, но я не узнаю. Да, как жалко, пипец. Давай вернемся к этому вопросу еще. Для диагностики какой болезни делают пробу манту? Туберкулез. Сложный вопрос. Чье-либо мировоззрение, точка, то, в чем человек убежден. Твое имя можно назвать? Да. Или какое-нибудь другое псевдоним? Геннадий. Геннадий? Может, прямо сейчас тогда прорекламируем твоего кореша? Давай? Ну, давай, только я-то не знаю. Ну, будешь просто не подсказывать. Так, во-первых, канал называется как? Сейчас узнаем. Дело в том, что у Геннадия Валерьевича есть друг, который жил очень много времени в Доминикане.
но он уже переехал в Палестину, ой, не Палестину, а в Майами. В Майами. И он с женой, с дочуркой снимает очень интересные видосы. Вот, например, в Доминикане есть много мест, о которых знают, но есть те места, о которых мало кто знает. И вот кореш твой, которого зовут... Антон. Антоха побывал в этих местах, и он, у него серьезный канал, извините меня, 100 тысяч подписчиков. 104. Лена и Антон, кто здесь? 104 тысячи подписчиков. Махунга! Что, могли бы представить, что такое вы где-то увидите? А вот и вы, Янгу, представьте себе, что вот можно такое увидеть на канале Антон и Лена. И он бывает в тех местах, где хрен вы, когда побываете. А если приедете в эту страну, то побываете там потому, что у Антохи посмотрите и уже будете знать, где нужно побывать. Правильно? Поэтому у Антохи целый килограмм видосов в Доминикане. А сейчас, по ходу дела, будет все в Майами. С Майами. Антоха с Леной. Что еще можно сказать про канал Энтони и Лены? О чем? Не знаю. Не знаешь? Надо туда зайти просто к самому. Да, зайдем, позырим, короче, чем-то еще добавим. Я, конечно, понимаю, что может быть очень много определений, но у меня-то в телефоне написано оно одно. Поэтому можешь говорить... Все, что приходит на ум. А глядишь, назовешь то, что у меня в телефоне нарисовано. Угу. Ну, если со стороны психологии рассуждать. Это слово, которое у меня начерикано, оно не со стороны психологии. Оно такое... Даже не знаю, какое оно. Мнение? Нет, не мнение. Сейчас. Есть такой мистер? Мистер. Олеся знает этого мистера по-любому. Олеся же любит песни петь. Дело в том, что сейчас тут стоит Олеся, а Олеся на другом канале, который называется Еширяев, участвовала в музыкаке. Участвовала музыкаке. Хорошо, вот она участвовала. Музыкаке попела. Смотри, есть такая группа или мужик, который поет. Он мистер. Не подсказываем. Мистер. Да, Юлька. Ты знаешь? Знаю. Что за мистер? У нас еще много мистеров. Кредо. Так. Алина, чудная. Чую, я кочую. Грубый или жесткий? Не деликатный. Грубый. Как можно назвать такого мужика? Грубый или жесткий? Не деликатный. Не деликатный. Не отесанный, как комплимент. Далее. Что же, как же его назвать? Как же еще можно его назвать? Грубый человек, мужчина. Грубиян. Ну, он такой, он прям мужик, знаешь. Ну, не обязательно, что он не деликатный, но он мужик. Он... Ты смотришь с него, какой же ты... Меня таким называют не иногда. Не, меня таким просто называют. И если меня таким назовут, грубиян. Я не обижусь. Грубиян. Нет, я не обижусь. Потому что я мужик. Человек тестостерон. Как же издалека я... и... Тебя можно таким обозвать? Ну, когда подойдешь поближе, посмотришь на твои... Мягкие и пушистые. Мягкие и пушистые волосы на лице, да. То таким тебя уже не назовешь. Как же. Ой, опять подсказывать надо тебе, ёлки. А есть вариант ответа? Вариантов нету, но предатель Цезаря был похожим. Внешне он не был похожим, мне кажется, он был геем. Они все были геи тогда. Не приходилось. Сейчас тоже много геев. Так. Но он все-таки так, был... Это... Кто предал? Предатель Цезаря. Ужас какой. Кто? Какой необразованный. Кто? Почему-то крутится на языке Калигула. Но что-то я боюсь, что я ошибаюсь. Не знаю таких. Ай-яй-яй. Увы. Ну, ах. Как назвать мужика? Грубый такой. Идет. Он прям... Рада. Как? Там какой? Автомат... Какой? А смотри, брат, на меня, какой я? Мужик. Какой я? Кто я? Какой?
Не могу сказать, вылетело из головы. Ну, вернемся позже к этому вопросу. Да. Давай так сделаем. Я могу себе такое позволить, это мое шоу. Вопросы за бабусы, понятно? Предводитель крестьянской войны 1670-1671 годов, донской казак. А это не который Емельян Пугачев? Нет. Крестьянское восстание? Нет. Но он в 700 каких-то, по-моему, годах был, да? По-моему. Откуда мне знать вообще? Думаешь, я все это знаю? Я ни хрена не знаю вообще. Я троечник еще тот. Тут не разберешься без этих самых. Без 100 грамм не обойтись? Без подсказок. 100 грамм уже... Блин, надо подсказать. Пивалдер есть такой. Пивас? Угу. На специальное похоже. На специальное. Специалочку, полторашечку пил? Нет, подожди. Не было такого? Полторашки, что там есть? Арсенал мотор, вот это вот все. Степка. Степ Разин? Да. Ух ты, Так, ладно, это что за дядя? Муслим Магомаев, что ли? Нет. Не знаю тоже. Артист очень клевый. Русский? Советский. Советский? Не знаю. Он играл суперагента. Не знаю. Вот Славка, что Слава, Слава. Фильмов я вообще... Блин, ты расстроила меня. Я хотел, чтобы ты сейчас была победительницей. Очень жаль. Душевный вопрос. В каком фильме телохранитель... Блин, я уже ответил на него сам. О, что такое инфантильность? Так Олеся не подсказывает. Инфантильность. Ну, слово несложное, согласись. Легкомысленность. Ну, легкомысленность. Глупость. Ну, глупость? Нет, не знаю. Ну, легкомысленность, мне кажется, не особо подходит к этому определению. Несерьезность. Дай-ка я подгляну, что тут у меня написано. Несерьезный такой человек, инфантильный. Да, нет. Ну, инфантильный мужик. Какой он? Как он себя ведет? Как кто? Как телочка. А еще как кто? Как ребенок. Маленький. Потому что он незрелый. Да. И он не ответственность не берет за свои решения. Безответственный. Бывает. Незрелый. Боится брать ответственность за свои какие-то решения. Даже за себя, да. За чужие уж тем более. Ой, подожди, надо, подожди, войти в роль нужно, подожди. Надо же тоже исполнять как-то, да, подождите. Как там делать? Карандаш! A pencil! Стул! A table! Is! Девушка! Чувиха! Да не, по-английски! Girl! О, yes! Girl! Имена этих актеров. О, это я не вспомню. Доцент. То, что это джентльмен удачи, знаете, не... Давайте не будем тут. Детский сад-то устраивать. Что за актеры? Актеров я вообще не помню. Какой позор. Какой позор. 28 лет стоит. Он сиськи, все лохмата грудь. Не знает таких сумасшедших актеров. Ну, лица хотя бы у тебя есть? Да, лица-то есть. А зовут их, как я вообще не помню. Хоть убей. Кого? Ну, Лех, иди сюда. Евгений Леонов один. Он же доцент, да. Вспоминаем мизансцены. Они приехали на дачу к барыге одному. На качельке катаются. До этого они... И чувиха барыги этого, дочка. Не, только Леонова. На метре приехал. Второго без шансов вообще, я не помню. Но один дома. А хорошо здесь ветерка нету. Да, здесь вообще очень хороший закуточек, да. Там сдуть может. Ну, короче, я тебе наполовину помог дальше. Да, я же не помню вообще. Я еще Леонова мог вспомнить. Вот да. Я хотя бы помню, что есть такой персонаж, забыл, как его звать, а второго нет. А что, вы не видели мое шоу «Музыкака»? Переходите все срочно, дружно на второй канал, который называется «Еширяев», и там вы увидите шоу «Музыкака». Это шоу, где я пою песни, а люди должны ответить на эти музыкальные вопросы. Но у ребят не будет вот на втором канале. Ну, именно в этом шоу. Ладно, два раза кинули так, нашу. Так сложилось, так получилось. Да. Вицин. И...
очень топовый актер. Мой любимый, кстати. Савелий мой любимый актер. Girl! Oh, yes, yes, girl! Yes, yes! МХС! Имя королевы детективов. Alright, alright, well, now I'm gonna be alright. То видео, которое уже было предыдущее, я монтировал его сегодня, поэтому это и песня на языке я поставил игру вертится. Почему? На-на-на-на. Вопросы, я не знаю ответа. Ну, королева детективов. Понятное дело, писательница. Это я помню. То самое такая. Отечественная. Нет, 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 нет. Ее знает каждый младенец в Краснодаре, просыпается и говорит, кто королева. У меня почему-то, прикинь, была ассоциация, что в Краснодаре живут одни армяне. Почему-то я так думал. Почему я так думал вообще? Почему? Я не знаю. Очень странно. Не понимаю. А? Тут много этнических групп живут. Да. Но я вижу только вас, белых, славян. Мы загорелые. Одни славяне, брат. Ну, надо влево-вправо. Кафе Краснодар. Вольтус. Меняем локацию, чтобы посмотреть на это кафе. Кафе, который придумал Сергей Голицын. Так, сюда. Сергей Николаевич Галицкий. Тем более. Да, Сергей Николаевич. Вы так всегда уважительно относитесь к его фамилии, когда я называю его Львом Голицыным, все меня ругают. Лев особенно Голицын — это шампанское. Шампанское, да. И в комментах мне тоже там зачесывают всякую хрень. Да. Здорово. Следующий претендент. На чем мы остановились с тобой? Остановились на том, кто предал Цезарь. Нет, подожди, я второй вопрос же тебе говорил. Да? Ты же на этот не ответил. Да. А, я что-то ушел. А, королева детективов. А, королева детективов. Анна Ахматова. Есть такая, по-моему. Не она. Кто же? Не она. Кто же? Увы и я. Почему я забыл? Давай, есть группа, так, есть. Группа даже такая есть, музыкальная. Музыкальная группа есть такая. Рогового направления. Группа Рогового. Ой-ой-ой. Если честно, я как бы не знаю, что поет эта группа, потому что я есть вариант, не особо рогового направления. Ищ, хороший прикалывается. Варианты есть только там, где сложно. Там, где легко, я никакие варианты не знаю. Мне почему-то крутится Жанна Д'Арк, но это не та женщина, определенно. Ее сожгли. Конечно, она была хорошей писательницей. Да, но ее сожгли, к сожалению. Вот типа ты шаришь, да? Ну да. Увы, как же... Очень сложно. Как же ее зовут, эту женщину прекрасную, подарившую нам столько детективов? По телевизору у нее были шоу. Сердечко мне... И скажи. Она написала убийство. Кто же это написал? Короче, Агата Кристи. Агата Кристи, конечно. Агата Кристи. Не сложно было? Ну, это ж надо помнить. Назовите чернокожего героя Владимира Высоцкого. Не знаешь? Ты знаешь? Сейчас. Не знаю. Я думаю, не знаю тоже. Араб Петра Первого. Да, все верно, конечно. Какой князь окончательно устранил режим ордынского ига? Ух ты. Князь? Я думал, ордынский царь, князь, хрест. Слушай, не это самое. Не ответишь сходу. Это же где-то 13-14 век, да, кто там был? А есть что-то там? Может, это тоже Пиван? Что-то связано с Ильей Муромцем. Я шучу, конечно, не связано ни хрена с Муромцем. Ну, это же баллады были. Бен-бентон. Бен-бентон. Бейсбол. Так а с чем? Ну, чуть-чуть. Че чуть-чуть-то, блин? Совесть имей. Подсказать. Я не знаю, как подсказывать. Ну, примерно там, не знаю как. Ну, знаешь, как бы, имя у него очень распространенное. Саня. Серега. Ну, Серега точно нет. Ладно. Саня. Распространеннее имени я и не знал. Значит, не знал никогда. Александр. Никакой он не Александр. В смысле, а какое еще распространение может быть? Александр. Это ты Азамат? Нет, ты не Азамат. Я не Азамат. Азамат тоже хотел меня встретить. Да я ж там... Айрат. Нет. Похож? Не Айрат, да? Листания по аватарке. Гомер, Гомер нет, тоже не ты. Не пивай, дядя. Не, еще. Алена? Нет. Не давай, Алена. Отвечай на вопрос. Ты чуть-чуть натолкнуть на мысль. Здравствуй, да. Жень. Нет, это тоже не то.
там не спасибо я тебе. А вот же ж был. Вот. Алексей? Алексей, конечно. Я говорю, какое-то дитё. Ну, посмотри на свою рожу. Какое дитё? Я подумал, какой-то маленький Азамат. Ему 17 лет, только права получил. Знаешь, уже встретить он хочет, блин. На такси. Да я хотел тебе сейчас... Ладно, глупый человек. Это Иван Третий. Пятый вопрос. Очень все просто. Для тебя, Юля, выражение пренебрежительного отношения к общепринятым нормам морали. Господи, как все. Как все сложно. Нельзя простыми словами. Сложно. Матом нельзя сказать. Ты вот такой вот человек. Пофигист. Нет. Я не понимаю. Ладно, подсказку тебе даю на букву С. На букву С? Так, Олеся, я наблюдаю за тобой. Пускай Юля все сделает сама. Да, это определение на букву С. Это одно слово? Это одно слово. Нет, я не знаю. Заканчивается на букву М. Первая буква С, последняя буква М. Пожалуйста, постарайся. Ну, Юлька. Ну, проведи аналогию между этими буквами. Ну, пожалуйста. Ну, иди сюда. Потому что то не понимает зритель, что здесь происходит. Сейчас скажи, проведи вот аналогию, скажи, что... Ну, вот первая буква С, ну, да. Последняя М. Вот, поставь вот эту букву сюда, последнюю сюда. И вот внутренность заполни. Ну, заполни ты внутренность. Ну, заполни внутренность. Ну, Юль, ну так говорит, ты на букву С, только М там чуть-чуть другое. А чувство это вот это. Ты. Олеська соображает. Переходите на канал Ешеряев, и там Олеська, конечно, выстреливает. Что творит она, что творит? Участвовала в свой голову. Участвовала. Цинизм. Циник. О, господи, нет, ну я бы не додумалась. Да. Цинизм. Цинизм. В конце фильма «Телохранитель», когда она остановила самолет и побежала к Кевину Костнеру, заиграла эта песня. We always love you. Давай споем ее. Ля-л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 я. We'll always love you. Тяжелая песня, конечно, тяжелая. Для тебя не такая уж тяжелая. Нет, вот как раз таки для меня она оказалась тяжелая. Слушай, ну что, нормально? Я не заваливал тебя, скажи честно. Нет. А то некоторые меня ругают, что я такой плохой человек, заваливаю, там, не знаю. Пожалуйста, это ваш приз. Прошу, пани. Спасибо. Там морожка, там, не знаю, там. В общем, мы будем твой инстаграм всем рассказывать, там, можно твои все бизнесы, которые у тебя там есть. Бизнесы там, не все в инстаграме. Можно подписаться в инстаграм mr.safecraft. Ну, мы без визитки, какой, к сожалению. Какой там Майнкрафт надо? MR Сейфкрафт. Привет всем, кто смотрит, родные, близкие. Всем добра. Вот этому парню 1 000 000 подписчиков. Слушай, в общем, всего хорошего. Ты знаешь, наверное, да? Ну, я даже думал, что ты спросишь меня об этом. Лично не знаю. А, лично не знаешь? Даже, честно скажу, думал, не особо слышу. Вы все друга знаете в этом. Он же уже не ростовский. Баста. Москаль. Уже. Москва. Москаль, держи. Блин, благодарю. Прическу видел его этот? Это Михиль. Это что же с прической? Так у меня-то посмотри. У меня там модно. Кстати, у меня-то, ребята, знаешь, да, что... А он-то себе сделал кучеряшка. Я видел. Ну, кучеряшки это прикол. Еще будешь гнать на Егора Крида. Хочу передать привет своей маме, Светлане. Привет. Че? Давай. Ты не знаешь, что сказать. Нет, шучка. Это видос. А, это видос? Привет! Привет, скажи, привет. Слушай, это мандула, мне уже что-то прекращает. Мандула? Да. Это, ну, прикольная мандула. Ну ладно, конечно, ладно, еще похожу с ней. Подожди, подмыха не мог. Слушай, сухо, все сухо. Сухо, да. Салям алейкум, чакахан, как говорится. Спасибо. Приезжай еще. Ты же завтра-послезавтра еще тебя можем будет видеть, правильно? Да, я у меня мало подписчиков. А зачем тогда тебе надо показывать все это? А чтобы было больше подписчиков? Совершенно верно, в этом же должна быть польза. Зачем тебе подписчики? Зачем мне подписчики? Как, безусловно, расширение аудитории. А, все, я так и думал. Соответственно, заказы. А, так, а что там, что ты там делаешь-то? Вот, произвожу мебель. Ух ты, какая симпатичная мебель, а.
бронированные изделия. Ну давай тогда тем людям, которые воспользуются твоими услугами, делай какую-нибудь скидку, я не знаю. 10% можем. А что нужно сказать им? От канала Негодяй? Не, Лимпопо. 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 Прекрасно, все. Прекрасно. Да. Здравствуйте, Лимпопо. Базара. Мы сразу поймем, о чем говорить. Ну все, тогда прикосновение. Вот. Ну, Петька, спасибо тебе, что так прикатил. Тебе спасибо тоже. Рад был повидаться. Ну вот это моя поездка в Краснодар. Вот такая прикольная оказалась. Спасибо всем краснодарцам за то, что поучаствовали в моем вот этом шоу «Вопросы за бабосы». Переходим на второй канал Еширяев и смотрим все, как все было, как все было. Влог там этот, не влог. И шоу «Музыкака» на втором канале «Сумасшедшие». Как я уже говорил в каком-то видосе, друзья, приглашайте меня в свой город, в свою страну. Покупайте мне билеты, и я с превеликим удовольствием приеду куда угодно и с удовольствием поснимаю свои сумасшедшие видосы. Я всегда советую сделать много этих аккаунтов. Каждому из вас штук по 10 аккаунтов у вас есть с каждого аккаунта, чтобы был просмотр этого видео, лайк и комментарии всякие разные. Пишем что-то такое удивительное, а потом слово «Лимпампо». Вот так я придумал сегодня. Спасибо. Запись пошла. Запись пошла. Ну вот и закончилось мой трехдневный в отпуск. Где мы были? Краснодар. В Краснодаре.